Привет, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и очередное видео от Академии Счастья по улучшению качества жизни, по увеличению осознанности, по тому, как можно принести мир, добро, счастье в свою жизнь и в жизни ваших близких. По сути, я делюсь теми озарениями, теми пониманиями, которые приходят у меня в сессиях. То есть сессия – это процесс, который позволяет более глубоко углубиться, ну, можно так сказать, в свою вселенную или во вселенную игры, в которую вы играете, и прочувствовать ее, понять, и убрать оттуда тот негативный заряд, который там скопился и который вам мешает играть. То есть негативный заряд – это что-то такое, на что вы не хотите смотреть, от чего внимание отталкивается, или наоборот, к чему внимание навязчиво притягивается. То есть если вы, ну, не хотите думать о чем-то, да, хотите это забыть, то это как раз то, что является негативным зарядом. Это как раз то, что и необходимо проработать. Или наоборот, какая-то тема вас постоянно волнует, вы постоянно о ней вспоминаете, она вас беспокоит, вы о ней думаете, она вам там, ну не знаю, снится в снах. Это как раз то, что нужно проработать. То есть проработать это означает что сделать? Посмотреть на это, разобраться в этом и воспринять это как есть. То есть как есть это означает полностью воспроизвести то, как оно было создано. А кем оно было создано? Оно, по сути, было создано механизмами ума, но без вашего ведома, можно сказать, без осознанности. И вот мы вносим осознанность в это, вносим осознанность и позволяем понять себе и понять, ну, можно сказать, другим участвующим в этом тоже, что же произошло, как это произошло, почему, для чего это произошло. И вот когда происходит вот это вот понимание, вот это озарение, тогда и происходит разрешение этого. То есть заряд этот полностью удаляется, и вы можете, как говорится, спать спокойно, жить спокойно, то есть жить в любви, радости и счастье. То есть многие люди даже меня спрашивают, почему ты там вот, ну, постоянно улыбаешься, почему там, ну, как бы ты такой какой-то беззаботный, радостный. То есть вот я как раз говорю об этом, а говорю о процессинге, говорю об аудитинге, говорю о том, как я улучшаю жизнь и предлагаю другим тоже это сделать. Ну, это простой способ. Да, конечно, поначалу самостоятельно это делать не получится. Нужен второй человек, который будет направлять, который будет говорить, что делать, как делать, то есть задавать вопросы, получать, ну, ответы на эти вопросы, да, и дальше направлять внимание, вести по процессу и, по сути, добиваться того, чтобы вы выполняли команду и рассматривали, потому что на многие вещи, ну, просто действительно не хочется смотреть. То есть вы сами, ну, как можно сказать, не рассмотрели это до сих пор, потому что не хочется смотреть на это. Это что-то такое, что, ну, вот, как бы ваш, ну, не знаю, ум, вы как осознание или ваш мозг, как говорят другие, не хочет воспринимать, не хочет смириться с этим, не хочет принять это. А когда это, ну, воспринято как есть, то происходит вот этот процесс принятия, процесс такой вот, ну, как бы можно сказать, поглощения этого, и больше там ничего нет, там больше нет, ну, чего-то такого, ну, как бы, что вам мешает, что заставляет вас навязчиво думать об этом или, наоборот, не смотреть на это. И поэтому, друзья, по сути, что? То есть моя цель – это поделиться этим знанием, и чтобы вы почувствовали тоже это, этот поток, поток, который идет через меня и позволяет донести его до вас. Вот цель этого видео – это достигнуть вас вот этим потоком, и чтобы что-то в вас, ну, произошло, что-то изменилось, что-то дало вам возможность понять себя лучше и как бы сдвинулось с места и направило вас в сторону осознанности, в сторону понимания. Почему раньше говорили о том, что, ну, там нужен мастер, в его присутствии происходит какое-то переосознание, переосмысление, то есть у него такая вот благодатная аура. Да, действительно, во многих случаях это, возможно, было нужно в прошлом. Но сейчас пришла, так как говорят, эра Водолея, эра новой осознанности, эра, которая позволяет вам самим осознать себя. И я, по сути, выступаю как тот, ну, кто просто помогает, кто не мастер, а скорее проводник. То есть проводник – это тот человек, который проводит по маршруту и, ну, как бы позволяет вам достичь конечной цели. А конечная цель – это свобода, это осознанность, это огромное пространство, это, по сути, ну, можно сказать, то состояние, в котором естественное для человека, которое было для него естественным до начала вот этих всех игр. Поэтому, друзья, я вас приглашаю
на процессинг. Приглашаю вас в Академию Счастья. Вообще, приглашаю вас к осознанности, к тому, чтобы стать осознанным, стать самим собой. И вы можете задать вопросы под этим видео, поставить «нравится», если оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях. И скоро увидимся в следующем видео. До скорой встречи!